Ну что, братва, дерби, Спартак, ЦСКА, все давно этот матч ждали. Очень было много сегодня событий перед матчем, в ночь, перед, не понял, решили газануть. По-страшному, придется им сейчас отвечать на поле, на трибуне. Короче, братва, надеемся, что все сегодня шизили, телефоны убрали куда подальше. Выложились по полной программе, поэтому сейчас будем снимать с ним. Идем на сектор, идем на трибуну, идем на стадион. Кого встретим, с ними пообщаемся. Ну что еще сказать? Максимальная шиза, максимальный угар и максимальная поддержка нашего великого и могучего. Масочки одеваем или надеваем, это не важно, потому что Роспотребнадзор, как говорится, на стадионе, а мы не должны быть нашу команду. Все, братан, погнали, линии фаната. Very, very go. Что вы готовите с нашими корешами, бразилец, Слава? Слушай, мы хотим сделать подарок клубу, всем болельщикам, и сделать альбом треками, посвященными клубу, посвященными выездам, посвященными фанатам, посвященной игре. И там будет очень много разных артистов, всех объединяет одно, это то, что они болеют за футбольный клуб «Спартак Москва». То есть у нас есть очень много что. Вы готовите столетие? Мы готовим к новому сезону, да. Ну, соответственно, новый сезон работает. И часть денег со всего, что все, музыка наша будет продаваться, мы отправим на что-то на движ, что-то на благотворительность. Здорово. Поэтому мы вам желаем только развития в этом направлении, с вас поддержка. Мы будем информировать вас максимально, мы будем двигаться в этом направлении, будем давать отчет о том, что у нас происходит, потому что все-таки это наше общее дело. Молодцы, братцы, не знал. Красавцы. Ой, братья, пока идем на фанатский сектор, Спартак забил гол. 1-0, братва, мы бежим. На фанатку сейчас будем топить, шизить. Можно вот сейчас уже услышать, как трибуна празднует этот гол. Вот так вот, бежим. Спартак Москва!
был с головой. Собственно, сегодня небольшое дежавю, счет не 3-2, 2-1-0. Собственно, опять-таки стал героем этого матча. Для нас, для болельщиков Спартака, матч, как уже понял, с ЦСКА, это дерби. И в конце сезона это вишенка на торте, для того, чтобы мы порадовались. Вы большие молодцы, кулачка отбиваю. У нас для тебя подарок. Это... Покажу. Здесь отображена олдскульная форма нашей команды, которая была раньше, 90-е годы, 80-е, 2000-е. И здесь есть твое лицо. Красавчик. Поскольку ты сегодня нам сделал праздник, всем болельщикам Спартака, мы презентуем ее тебе. Пусть она тебе останется на память. Это история Спартака, Джордан? Ты пишешь, новую историю Спартака. Болельщики очень любят тебя за твою самоотдачу и за твое взаимоотношение с болельщиками, поэтому всегда тебе рады. Давайте, парни, продолжайте жечь. Спасибо. Один за всех. One for all. Спасибо большое.